Какие повседневные привычки могут стать причиной катастрофы? Что нужно сделать, чтобы предотвратить или отсрочить трагические последствия? Что предпринять, чтобы снизить риски сердечных заболеваний? Узнаем в программе «Звоните доктору». Доктор ответит на все ваши вопросы. В студии врач-кардиолог Новокуйбышевской центральной больницы Евгения Баландова. Программа «Звоните доктору». Смотрите 22 августа в 18:15 на телеканале «Самара ГИС». Телефон прямого эфира 8 800 46 202 11 22.